известный писатель и маг Всеслав Соло. Вы можете научиться. Выходы в астрал, магические операции, материализация любимого человека, энергетические тайны денег, реализация желаний, магическое управление своей жизнью. Я приветствую всех телезрителей. В эфире телевизионный канал Neps TV. И я, его ведущий, Всеслав Соло. 29-я передача, которая называется «Растворение Земли». Сегодня мне будет задавать вопросы мой соученик Радзий. Здравствуйте, Всеслав Маркович. Растворение Земли – это давношняя история. Когда-то, когда я начинал преподавать, это еще четверть века назад, я, помнится, открыл фирму, которая так и называлась «Растворение Земли». В Москве была открыта фирма. Мы открыли счет в банке, но фирма так и не работала, и потом мы ее закрыли полностью, да, потому что мы не использовали ее, и все, вся наша работа пошла совершенно по другому руслу. И потом, по прошествии какого-то времени, мне просто даже было интересно, случайно роясь в каких-то документах, ну там прошло лет 15, может даже 20, да, я рылся в документах, думаю, была же когда-то фирма вот это «Растворение Земли», интересно. А мы на счет тогда положили, ну, денежку, да, определенную, по тем временам, по-моему, 5000 рублей. А туда, тогда это были как бы нормальные деньги. Думаю, позвоню-ка. Позвонил в банк, а оказывается, счет есть, и его никто не собирался закрывать. И даже все сотрудники помнят название этой фирмы. То есть запомнилось «Растворение Земли». А как же, говорят они мне, мы не можем такую фирму забыть. То есть необычное название. Но, в общем-то, сегодня, конечно, речь не об этом. Речь немножечко о другом. «Растворение Земли» – это все-таки... Нечто не то, что вот в стакане сахар размешать, да? А растворение Земли – это нечто объединяющее, нечто превращающее наш быт, нашу повседневность во что-то более подвижное. Ну, сейчас не буду забегать вперед. Давайте послушаем первый вопрос Радзия, и я начну свое повествование в этой передаче. Всеслав Маркович. В 24-й передаче вы говорите о необходимости объединения человечества, что человечеству необходима новая единая идеология, один язык, одна валюта, общая территория без границ. Но хотелось бы предложить вопрос. Как так произошло, что человек стал разделен? Возникло множество религий, множество языков, различия во взглядах, различия в культурах. Все то, что дает почву для гордыни. На своих занятиях вы говорите о том, что чтобы что-то изменить, необходимо найти причину и поработать с ней. Что же произошло с человеком, что он стал разъединенным? В Библии, в книге «Бытия» написано о том, что Адам и Ева вкусили с древа познания. Но, на мой взгляд, это миф, такой же миф, как и в других религиях. Лично я не могу опираться на данный миф, так как сразу возникает вопрос. Если бы мир был создан, как описано в мифе об Адаме и Еве, то все бы мы были одной национальности. Но это не так. Скажите, пожалуйста, как произошло это на самом деле? Что послужило причиной для разъединения? Конечно же, здесь очень много необычностей. Почему люди разделились на языки, культуры, религии, национальности, разделились на государства, границы какие-то, да?
Надо найти как бы причину, предлагает Рати. То есть он хочет узнать причину, почему так случилось. Вы знаете, я начну немножечко издалека отвечать на этот вопрос. Дело в том, что само мироздание, созданное некогда Демиургом, который и создал потом Всевышнего и остальных богов, было произведено из ничего, из состояния небытия, точнее, из материала, как я говорю, из материала. То есть, был просто материал, где не было никаких полей, абсолютное уравновешенное состояние всех предметов. Они все были, но были не проявлены, мир не проявленный. Наверное, вам знакомо такое выражение. Потом были созданы поля, мир проявился, и был создан Всевышний, который этот мир распределил полностью, стал им управлять. Демиург, он как бы самый главный, да, он создает изначальное вихревое, да, поле, так называемый челнок, запускает его в небытие, и далее он организовывает уже вот эту сущность Всевышнего. Ну, практически Всевышний это его маска Демиурга, повторение Демиурга. И они очень зеркально взаимосвязаны, и практически чуть ли не суть одно и то же лицо. Ну, с единственной разницей, что Демиург как бы наблюдает за собой, как он живет в образе Всевышнего. Ну, что-то вроде этого, да? По крайней мере, для людей это более-менее понятно. Но он не кукловод Всевышнего. Он не кукловод, нет. Я еще раз подчеркиваю, что он как бы живет в образе Всевышнего. Но и отдельно еще наблюдает за всем мирозданием. И в том числе за действиями Всевышнего. Вот. А Всевышний, конечно же, окружен, как вы уже, наверное, должны догадываться, всевозможными уже другими структурами. Это и ангелы, и архангелы, которых он тоже создавал. Он проявлял все эти планеты, всякие созвездия, всякие галактики, туманности, вселенные там и так далее и тому подобное. То есть вот все, что есть только в мироздании, все создавал уже Всевышний. Под руководством, естественно, Демиурга. Испытывая его пожелания, можно сказать. Или его даже непосредственное участие. Но оно незримое. Как бы, да? Всевышний всегда чувствует Демиурга, а Демиург всегда чувствует Всевышнего. И когда все миры были созданы, в том числе и параллельные, и всякие другие, то они как бы начали жить своей жизнью, развиваться, да, самостоятельно. Но сами понимаете, что Создатель, одно дело наблюдает, когда он, да, за всеми производными этих миров, да, за всеми их развитиями, а другое дело, когда он начинает участвовать в них. То есть, так была создана карма. Карма, она есть на любой планете, в любой Солнечной системе, везде, во всем космосе, во всем мироздании карма есть. Это как бы инструмент, который разделяет Всевышнего, отделяет Всевышнего от всего остального мира. Но чтобы не было такого, что Всевышний участвует непосредственно в каких-то разборках, извините, да, языком современности я говорю, в каких-то наказаниях, в каких-то там прощениях. Карма все делает. Но это инструмент Всевышнего, да, придуманный Всевышним. Прослойка такая, да, между всем мирозданием и Всевышним. А Всевышний тогда свободен, он освобожденная сущность и может уже всем остальным заниматься и править. Ну и как бы он, получается, косвенно, что ли, да, ни при чем. То есть, ну, карма вот у вас есть, она и участвует в вашем развитии. А я как бы, да, получается, сам по себе. Но, сами понимаете, что Всевышнему очень одиноко. Даже несмотря на то, что у него есть ангелы, архангелы там и так далее и тому подобное, общение с ними... Это как бы нормально, но дело в том, что всегда хочется сказать большему пространству, что ты есть Бог, да? А большее пространство этого не услышит, не поймет и не сможет приблизиться даже к Всевышнему, потому что просто сгорит от такой скорости энергии. Я уж напоминаю, да, что он одновременно находится везде, в любой точке пространства. Представляете, какая громадная скорость у него
развития и вообще существования. Поэтому ни одна сущность, ни одна единица мироздания не сможет выдержать контакта со Всевышним, вот напрямую, с полным его вот обличием. Да. Так вот, я вам скажу, что случилась такая как бы конфронтация, что ли, да? Я сейчас кое-что поясню. Дело в том, что в любой точке мироздания можно собирать камни. Ну, это вот библейское известное здесь на планете Земля выражение, да, известное всему человечеству. Кто хочет знать или знал, хотел знать и знает это выражение. А что значит собирать камни? Это значит божественность, да, создавать, структуру божественную. А разбрасывать — это значит вот мир проявленный, да, проявлять, дробить. Это вот как бы мир невежества вообще-то. То есть любое, да, проявление мироздания — это как бы невежество. Сборы камней — это вежество. И вообще-то сбор камней можно организовывать в любой точке пространства. Поскольку Всевышний находится в любой действительно точке мироздания, то можно начать сбор камней действительно в любой точке мироздания. Но так случилось, можете считать, случайный выбор, что вот сбор камней намечен на планете Земля, да? То есть это не значит, что она самая выдающаяся. Этот сбор камней мог начаться и в любом другом параллельном мире, и в любой другой точке пространства. Но самое интересное, что там, где сбор камней начинает организовываться, там же может и мироздание захлопнуться, то есть закрыться и быть уничтожено. Понимаете, от любви до ненависти, как говорят люди, да, один шаг. То же самое здесь. Или создается Царствие Небесное, то есть камни собираются в божественное состояние, все мироздание, да, организовывается. Либо даже все мироздание гибнет и разрушается, то есть превращается опять в ничто, в материал. Но это, конечно, от того, как пойдет все. Да? Дело в том, что, как бы это сказать, вот я немножечко уже упомянул о том, что Царствие Небесное, то есть сбор камней в божественную структуру, все мироздание собирается. Так вот, вообще-то, за все времена, какие только были в проявлении миров и в их разрушении, Демиург занимается именно этим, он проявляет миры и разрушает их. Так вот, за все времена еще никогда не удавалось построить Царствие Небесного. Это вот этот вот единый монолит божественности, где все сущности присутствуют сразу одновременно везде. То есть они на равных с Богом. Ну, Бог, конечно же, правит всем, но они на равных с Богом. И получается вот это вот единение, оно может быть вечно продолжаться, когда все друг друга знают, быстрая скорость изменения форм, перемещений, ну и так далее, и тому подобное. Конечно же, после того, как Царствие Небесное продлится, так называемую вечность и бесконечность, будет еще задуманное Демиургом и Всевышним другое иное, но об этом пока речи быть не может, потому что еще само царство не построено даже. Не будем забегать вперед. Итак, значит, ну будем считать, что вот Земля была выбрана для этого построения, да? А раз так, то Всевышний приблизился к ней. То есть он время от времени может, как вот увеличительное стекло, приближаться к какой-то точке пространства, то есть точку сборки организовывать. То есть все его войско, да, ангелы, архангелы там, и так далее, и тому подобное, оно тоже вместе с ним приблизилось к этой точке пространства. Около Земли, да. Ну, будем считать, вот давайте фантазировать. Ну, в космосе подлетели там корабли, да, звездные. Ну, чтобы вам проще было на Земле, понятно, да. И они, значит, вот решили здесь организовывать сбор камней. Ну, естественно, что были посланы на Землю ангелы и архангелы вначале, да, которые начали осваивать ее. Люди здесь жили одной национальности совершенно, да, жили все открыто, хорошо и по-доброму. Здесь не было зла, здесь все было хорошо совершенно, да. Нормальные отношения, один язык был, религии практически не было еще. Ну вот, появляется вот это войско, да, и начинает осваивать мир Земли. Вот такой единый мир Земли, где нет ни границ, ничего, люди живут себе прекрасно, да, и без богов. Но вдруг появляются вот эти полубоги, да. Кстати, и светоносный,
то есть правая рука Господа Всевышнего, да, светоносный, так называемый сегодня дьявол, да, все-таки я предлагаю его называть светоносным, он быстрее станет нормальным, да, кто не ошибается, говорится, крыса-то одна, надо ее прощать, помните, как в «Маленьком принце» на планете короля. Ну, я не хочу называть даже так светоносного, потому что это величайшая все-таки божественная сущность, ну, заблудившаяся, да, ну, а может и не заблудившаяся, сейчас мы немножечко в этом разберемся. Значит, вот и светоносный появился на земле, и все остальные ангелы, архангелы, и, в общем-то, они стали познавать землю. Ангелы, архангелы стали жить земными женщинами, узнавать их, жить с земными женщинами. И им вообще-то это очень понравилось. Ну, можете себе представить. Конечно, это было приятно, потому что женщины были чистые и сердечные, и открытые, и божественные, я бы сказал. Вот. Женщины эти рожать стали от этих, от ангелов и архангелов, да, сущности рожать уже, полубогов, да. И, в общем-то, вот пошло познание, познание земли. Ну, а когда Бог, Господь, да, Всевышний призвал их обратно, мол, возвращайтесь, ну что, ну, пора уже, да, собирать камни, то вот ангелы и архангелы, они все восстали против, потому что им понравилось жить на земле с земными женщинами, и они не захотели возвращаться. Богу пришлось применять настойчивость, но во главе со светоносным ангелом, который вот неожиданно, получается, как бы предал Всевышнего, те стали сопротивляться. И войска Бога Всевышнего, войска вот со светоносного стали сражаться, и, в общем, светоносный начал побеждать Господа. Но в самый последний момент Господь применил на то время уникальнейшее оружие, ну, если вот языком современности говорить, ну, типа молнии, да, типа молнии. Молнии, которые держали победу над светоносным. И войска светоносного, то есть будущего дьявола, отступили и перестали сражаться. Ну, таким образом, Господь, в общем-то, понял, говорится, что их оттуда не вытащишь никак, и решил, да, изменить тактику. Но сами понимаете, для Всевышнего и для Светоносного и его войска, которые остались жить на земле все-таки, ну, эти тысячелетия, которые они там жили, или даже миллионы лет, это, ну, капля в море, в мире божественном, понимаете. То есть Господь пока думал, да, как же вот все это вот, хозяйство, говорится, вернуть на место, и чтобы здесь вот собрать камни для Царствия Небесного, то, в общем-то, светоносный в это время на земле не бездействовал. Что он делал? Он начал организовывать национальности, то есть разделять землю на государства, разделяя властвуй, да, а для того, чтобы от Господа всех отвернуть, он начал, значит, насаждать исподволь пророков, да, всевозможные религии открывать, чтобы не Господу Всевышнему поклонялись, а вот конкретным людям, которые приходили на землю в качестве пророков, то есть Христу, Будде, магами, я думаю, и так далее. Да? То есть получается, все это было, создавалось для того, чтобы люди молились. Ну, вспомните, вы заходите в храм православный даже, да, и что вы видите? Прежде всего иконостас, да, вот алтарь, видите Христа, видите Матерь Божию, всякие иконы всевозможных мучеников, да, святых так называемых, канонизированных. А где Господь там? Где там Всевышний? А под самым куполом, ну, неудобно же так стоять, молиться, конечно, туда, да? Туда вообще почти никто и не смотрит. То есть о Всевышнем там и речи не идет. Только Христу. Только через Христа. То есть, сами посудите тогда, что это за храмы и чьи, и кому они принадлежат. Я не хочу называть точности, но я говорю то, что вот есть на самом деле. Да? То есть, получается, и Христос-то, в принципе, видите, вскользь правда прозвучала. Он сказал как, да? Да, придет другое во имя свое, то есть Всевышний придет, но веры на земле не найдет. Действительно, а где сегодня вера на земле? Вы знаете, я вот в социальных сетях
со многими общался и так вот просто, ну, как бы в игру такую, типа, я вот Бог, да, я есть Бог. Что вы мне хотите спросить? Давайте поговорим. А вы знаете, люди все крутят у виска, да, для них это психиатрическая клиника, для них это вообще нереально, какой Бог, когда есть вот Христос, есть Магомед, вы что, кощунствуете, какой Всевышний? Люди, оказывается, даже и не хотят верить в Бога Единого. Они вообще забыли, что Он существует. Да нет такого для них, понимаете? То есть никакой веры в Бога нет на земле практически. Удивительные вещи, понимаете? То есть Бог-то и не нужен. Это клиника. Да что, как это Бог может с нами заговорить? А как же тогда вы верите в Бога, если вы не можете даже поверить в то, что Он с вами может заговорить? Во какие вещи интересные. Да даже немножко сыграв, да, это ничего не значит, нет никакого кощунства. Ну просто хоть немножко открыть людей на веру. Ну как же так? Вы верите в Бога, а на самом деле вы в Него не верите. Удивительные вещи, да? Вот как интересно светоносный, да, так называемый дьявол сегодняшний, вот, разделил на земле всех людей. На разные религии, на разные языки, на разные совершенно представления, мировоззрения, политики, государства там и так далее, и тому подобное, и национальности. Естественно, для чего это? Чтобы не собрать камни, чтобы было очень сложно людям понимать друг друга, собираться вместе и так далее. Чтобы не было молниеносного сбора камней. Но Всевышний родился на этой земле. Родился на этой земле и несколько десятков лет, немалое количество десятков лет, прожил на ней. Вот, когда ему было 55 лет, он был смертельно болен, и он вылечил себя. Я вам говорю вещи, которые я точно знаю. Да? И сейчас он на земле есть и готовится появиться воочию. Но для того, чтобы появиться, надо как-то разговаривать и договариваться со светоносным. И на сегодняшний день светоносный принял Бога, да, то есть не имеется в виду, что принял, как поговорил с ним, а он согласился перейти на сторону Всевышнего. И сегодняшнее войско его тоже, оно еще немножко где-то местами колеблется, но оно тоже начинает переходить на сторону Всевышнего. То есть практически получается, можно сказать даже, что это такая была тактика Всевышнего, из-под во льда соблазнить светоносного земной жизнью, который с войском увяз в ней, познал ее, разделил, а значит освоил, да? И потом Всевышний пришел и светоносный, да, прощается, он возвращается в лоно божественное, и вся земля уже вот она готова, и сейчас начинается точка сборки. Но за это время, конечно же, организовались разные сообщества, типа масонские там, и так далее и тому подобное. Но дело в том, что без светоносного они ничего не значат, это понятно, потому что он всем этим заправлял, он всем этим руководил, и ему все эти структуры энергетически подчиняются. Поэтому вообще-то почти паника идет, да, на земле, она началась уже, но сбор реальный. То есть у земли нет выбора, у землян тоже, да, она обязательно соберется, и здесь точка вот, сборки, да. Но, конечно же, за это время светоносный очень много создал вот такие сущности, которые противятся всему. Которые чуть ли не на Марс готовы улететь, чтобы, даже если в случае Земля погибнет, но чтобы вот ни в коем случае с Богом не пойти. Дело в том, что есть и план X, как говорится, на этот случай. То есть в крайнем случае будет взрыв Солнца. Взорвется Солнце и все. Или же Земля погибнет, да? Огромный метеорит появится и просто Земля в порошок превратится, в пыль. Но опять, это страсти, как говорится, которые нежелательно, чтобы произошли. Я думаю, что вряд ли они произойдут, потому что земляне все-таки в основном хотят все-таки, чтобы Земля объединилась. Чтобы исчезли все языки, остался один русский язык. Вот. У меня в блоге вот сейчас будет опубликована новая заметка по русскому языку. Почитайте обязательно, и вы поймете, почему я именно говорю о русском языке. Потому что он практически является прародителем всех остальных языков.
именно почти он и был тогда до появления светоносного войска на земле. Ну, его еще называли санскритом. Да? Вот. То есть, другими словами, будет единый язык, границы все уйдут, будет единое видение религии, так называемое, да? Будет одна политика, да? Одна мораль. И все это будет стремиться к объединению полнейшему, к божественным скоростям. Ну, многие детали я потихонечку вот в своих передачах сейчас уже поясняю, и вы можете смотреть, слушать их, запоминать, рассматривать. Главное, что это, конечно, приходите в наши ряды. Идите с нами, идите со мной. Мы будем строить Царствие Небесное. Приход Всевышнего не за горами. Вот. То есть, получается, я постарался ответить, конечно же, так, может быть, где-то в легкой форме сказочного повествования, рад все ответить на его вопрос, почему были люди разделены, и почему вот они будут все-таки объединяться, и что возможно в этом случае. То есть, еще раз подчеркиваю, что такого построения, как Царствие Небесное, еще никогда не было. Это впервые на земле. Впервые на земле. Коли оно построится, это будет величайшее дело во Вселенной. Просто величайшее. Так что, я думаю, что я ответил на этот вопрос. Давайте послушаем следующий вопрос Рации. Всеслав Маркович, на протяжении нескольких передач вы говорите о том, что у человека есть определенная цель жизни в данное время на Земле. Вы сказали о том, что человек должен объединиться. Вы упомянули о том, что тогда, когда будет Царствие Небесное, у человека будет новая цель в жизни. Но скажите, пожалуйста, какова же была цель жизни человека, когда его только создал Бог, когда он был еще един? И если такое возможно, скажите, пожалуйста, зачем Бог создал человека? Да, вопрос, конечно, глубокий, неоднозначный по ответу. Абсолютно все занавесочки тайн, да, я приоткрывать не буду, не имею даже на то права, хотя многое я знаю и понимаю, владею ситуацией, информацией. Значит, ну, скажу вот так, ну, намеком, а где-то и открыто. Существует некая борьба созерцателей. Ну, с точки зрения, допустим, Демиурга, Демиург – это вот как бы самая главная верховная сущность, которая создает миры и их разрушает, да? Так вот, существует, будем считать, что это созерцатель, центральный, главный, генеральный созерцатель, да, всего мироздания. А существует как бы иерархия созерцателей. Ну, я бы не сказал даже иерархия, хотя иерархия также. Борьба их, понимаете? То есть вот он в своем мире, да, он его создает вот из ничего, и он в своем мире рождается. Ну вот как вот сегодня Всевышний родился, а это же практически зеркало Демиурга, да, практически это и есть Демиург. И когда они вместе соединятся на земле после этого рождения, то возникнет Царствие Небесное, потому что все люди как раз еще подоспеют и будут тоже богами, да. Так вот, существует вот это вот рождение Демиурга, и в его мир рождаются еще некоторые другие Демиурги. Это всегда так, когда Демиург рождается в свой мир, то есть он приглашает для рождения, это как соревнование, еще с каких-то других мирозданий, но пока так говорить буду, что мирозданий достаточное количество, оно не одно, не единственное. Вот еще Демиургов, да, ну там может 2, 3, 5, ну как в спорте, да, вот как в соревнованиях. Они тоже рождаются, и идет небольшое сражение здесь, да, кто, как говорится, займет место. То есть получается, что, ну, типа отсечение головы, да, что здесь вот сейчас существует несколько Всевышних, рожденных, и они жили, да, и развивались для того, чтобы произвести сбор камней. Но победит один, единственный, сильнейший, да, выживет сильнейший Всевышний, который и явится миру живьем, и мир его примет. На сегодняшний день я вам скажу, что практически все Всевышние уже
ушли в небытие, или отстранены от власти энергетической навсегда, или же проиграли. То есть сегодня так это вот уже с огромным отрывом идет хозяин этого мироздания. Он все-таки победил, хозяин этого мироздания. Но в чем смысл? А смысл в том, что он не просто победил в своем мироздании и создал Царствие Небесное, но он еще и захватил энергии, то есть другие мироздания, тоже сюда. Те материалы, которые принадлежали вот тем поверженным, да, Всевышним, так называемым, то есть, ну, не повержен, плохое слово в божественном мире, поверженное, а проигравшим тоже не, как бы неважное выражение, а скорее согласившимся с тем, что вот данный Всевышний, он более объемный, более осознанный, да, и они ему поклонились и отдали свои энергетические потенциалы. Вот, поэтому их мироздание тоже присовокупится сюда же. Вот таким образом, да, идет игра. Идет игра, сбор камней даже в масштабах созерцателей, в масштабах других демиургов там, и так далее. И тому подобное. Ну, конечно же, вы заулыбаетесь, скажете, что ну, какие-то сказочки рассказывает тот Всеслав нам, а мало ли что он может там придумать, он же писатель, да еще и фантастику пишет, да. А, ну, вообще-то я не совсем фантастику пишу, хотя и фантастику также. «Астральное тело», мой роман, это почти реальность. Ну, хорошо, думайте, как хотите. Я постарался ответить на вопрос, для чего было создано человечество. Для чего? Мир проявился для того, чтобы мог родиться Всевышний вот в данный момент, как оно было создано, да, и приглашены другие Всевышние, и шла, ну, не борьба, ну, борьба, да, пускай борьба между ними. Поэтому вот нашему Всевышнему было очень сложно. Его убивать пытались, и что там только не было. И он как человек прошел с огромным достоинством, да, вот этот путь. И, в общем-то, на сегодняшний день он практически победил. Да, и осталось совсем чуть-чуть, да, потому что, сами понимаете, раз он победил, то есть даже светоносный перешел на его сторону. То есть осталось чуть-чуть совсем, сейчас войско доперейдет и перестроит сознание людей на земле, и все начнет собираться. Вообще-то может весь мир измениться в один день, буквально в один день, потому что впереди острова цивилизации, плывущего в полном в океане полного непознанного сознания, уже построен огромный остров Всевышнего, который его выставил туда давно уже. И останется только что, чтобы остров цивилизации соприкоснулся с островом Всевышнего, который гораздо больше по массе, по объему, по пространству, по площади, и он просто захватит остров цивилизации, и вся земля станет другой. То есть все люди могут проснуться, буквально в один день измениться, в совершенно другом мире проснуться. Ну вот, вот так бы я ответил полусказочно на этот вопрос Радсия. Давайте послушаем следующий его вопрос. Что вы думаете по поводу теории эволюции Чарльза Дарвина? Действительно ли человек произошел от обезьяны, и жизнь на Земле зародилась из маленькой клеточки? Вороны, которые живут в городах, они стали жить, хранить там 30-50 лет в городах именно, но им выгодно стало жить в городах, потому что очень много мусорных этих вот жбанов разных точек, да, где можно питаться, еды навалом. И самое интересное, что вороны так сильно поумнели за крайние 30 лет, что ученые уже доказывают, что они на порядок умнее и организованнее, чем те же собаки. Хотя собаки домашними животными у человека тысячелетия, да, уже служат и находятся в домашних животных. То есть вороны стали гораздо умнее. То есть эволюция это? Ну вот, конечно, эволюция получается. То есть, с одной стороны, Дарвину можно поверить, да? Ну, смотрите, на глазах вороны поменялись, стали умными. А потом, может быть, у них хвосты отпадут, потом они начнут маленькими человечками с нами дружить, да? Ну, я шучу, конечно. Но, в общем-то, с одной стороны, можно поверить Дарвина, а с другой стороны, трудно. Почему? Потому что, ну, те же обезьяны, они как бы вот еще ну, не стали как люди, да? Хотя прошло очень много времени. А с другой стороны, ведь миллионы лет могут пройти, тогда только что-то изменится. То есть я не могу на сегодняшний день Дарвина полностью опровергать. Да? То есть все в этом мире способно развиваться. Абсолютно. То есть с одной стороны, Дарвин прав. Да, эволюционировать может любой объект, предмет, животное, человек и что угодно. Ничто не стоит на месте. Как и деградировать так же.
Поэтому, в общем-то, я и не сторонник Дарвина, но и не его противник. Потому что все-таки Дарвин как бы на своем месте. Да? Кто-то в него верит, кто-то не верит. Ну вот насчет ворон я сказал, и уже как бы частично, но Дарвин оправдан. Да? То есть в этом мире вообще-то все может быть, да, все может быть, кроме повтора Всевышнего, да, кроме второго Бога. Да? А все остальное может быть. Поэтому вот мое личное мнение, хотите верьте в Дарвина, хотите нет, а в общем-то каждый человек на своем месте. Хорошо, следующий вопрос, Радзе. В 26-й передаче вы говорите о пути человека к Богу и приводите метафору с ангаром, в котором много различных ловушек, капканов, мечей, ножей и кромешная тьма. Отчего так случилось, что в этом ангаре нет ничего приятного, только ловушки, капканы? Ну, это немножко улыбчивый такой юморной вопрос у Рация. С другой стороны, я понимаю его беспокойство, что это вот Всеслав Соло, да, пугая всех, стращая, что в этом ангаре только вот такие вот разные, да, ужасы. Ну, я приводил пример в той передаче, что вот люди живут без знаний, да, и идут в кромешной тьме, ничего не видно, мгла, да, вот глаза кали, ничего не видно, а там разные капканы, какие-то ямы, какие-то пропасти, и они тут падают, увечатся там и так далее. И Урацию показалось, что в этом ангаре, ну, я пример привел, что вот огромное помещение, и вот там человек живет, да. А в этом ангаре вдруг человек, допустим, включил свечу и светит, и смотрит, что там, вот, оказывается, такие ужасы его вступают. А свечу уже не задует, потому что страшно, а свеча – это знание, да, ну, допустим, те знания, которые дают наше учение, да, логика предметных и беспредметных островов. Так вот, Рати волнуется, что почему только вот эти ужасы там, да? На самом деле, конечно, не только ужасы. Конечно же, в жизни-то, это же вообще-то олицетворение жизни, да, ну, как бы метафора, как мы живем все. Конечно же, в жизни есть и приятные вещи, и в этом ангаре есть и хорошие вещи, и нормальные, и любовь, и чего там только нет. Но я просто специально пугаю, да, чтобы люди выпукло увидели, что ведь очень много капканов этих, и за этими вот даже прелестями часто человек не замечает, что вот он испытывает удовольствие, а потом шаг в сторону и катится в пропасть, понимаете? То есть ведь нужны знания, и порой даже прелести и удовольствие заманивают человека в ту же пропасть. То есть все-таки ангар, конечно же, не только плохое, отрицательное там, да, там есть и положительное, это же жизнь, она многогранна. Поэтому, в общем-то, это немножечко так утрированное, да, нарочито неправильное представление об этом примере. Но я думаю, что Радзе специально задал его этот вопрос именно так, чтобы, если возникли подобные вот сомнения и непонимания у других телезрителей нашего канала, чтобы они сейчас вот услышали обзорное, более глубокое, да, представление о том так называемом ангаре. Ну хорошо, следующий вопрос, Рация. Вы говорите, что этот мир есть проекция Бога. Все мироздание есть проекция его сознания. Каково место дьявола в этом мире? Каково место дьявола? Ну, я думаю, что лучше называть его все-таки, как я и предлагал, светоносного, да? А то, что он заблудился и был в образе дьявола на земле, ну, говорит, с кем не бывает, да? Опять же, заблудился ли? Я же уже об этом повествовал выше, да, отвечая на первый вопрос, братья, что, как вы понимаете, что Всевышний, возможно, даже договорился с ним, со Светоносным, чтобы тот пришел в этот мир, освоил его и приготовил этот мир к приходу Всевышнего. Да, изображая себя так называемого дьявола. Или же Всевышний его, значит, как бы не то, что обманул, а как бы вот соблазнил таким образом, чтобы тот от него отделился, и Светоносный стал жить в образе дьявола на земле и осваивать. То есть это как бы задумка Всевышнего, да, специальная такая тактика. Или же так просто случайно получилось, что вот, да, Всевышний не хотел, чтобы Светоносный от него отделялся, а Светоносному понравились действительно реально земные женщины и вообще жизнь на земле, и он отвоевал право остаться на земле и жить на ней. А потом вдруг осознал
свою ошибку, когда явился Всевышний, и стал переходить на его сторону. То есть здесь много как бы вариантов получается. Так вот, какой из них, я не могу сказать правду. Хотя я ее практически знаю. Но это нельзя открывать, потому что я думаю, что это касается отношений только Всевышнего со Светоносным. И больше никого это не касается. Но вот если с точки зрения, вот брать, уже рассматривать Светоносного не как Светоносного, а как вот действительно дьявола, да? Какова его роль на земле? Ну вы же понимаете, разделяй и властвуй. Да? Разделяй и властвуй. Прежде всего скажу, что карме и он подчиняется. Потому что карма — это божественный инструмент, да? То есть дьявол тоже подчиняется карме. Другое дело, что он управляет людьми через соблазны. Зная принципы кармы, механизм кармы, он же божественная сущность после Бога, первая, да, он очень сообразительный, будем говорить так, божественно-скоростно сообразительный, поэтому он управляет разделениями всякими. Точнее, управлял до сего времени, пока не стал переходить, да, на сторону Всевышнего. А теперь уже начинает немножечко по-другому себя вести. То есть, его роль и задача была что? Разбросать камни как можно больше. А почему так? А вот когда все камни разбросаны, тогда, получается, везде есть Бог. Потому что ведь Светоносный – это же часть Бога, да? Это божественная сущность. Она разбрасывала, да? А теперь будет проще собирать, потому что при разбросе они все окрасились в божественность вообще-то. Как ни странно, при разделении совершилось вроде бы невежество, да, дьяволизм чистой воды, но теперь все окрашено божественностью, потому что разбрасывала правая рука Бога, понимаете, Господа Всевышнего. И тем образом, таким образом получается, в любом случае, какой бы расклад ни был, если выражаться современным языком, сбор камней будет уже божественного начала, а не просто, которые были до прихода Светоносного на землю. Вот так бы я ответил на этот вопрос. Хорошо, следующий вопрос. Рация, давайте послушаем. Как случилось, что дьявол был создан самим Богом? И все-таки, уважаемый Рации, на этот вопрос я тебе не отвечу. Почему? Потому что, сам понимаешь, что как случилось, что дьявол был создан Богом? Ну как случилось? Ну тут я назвал, что... Есть три варианта. Какой из них? Я знаю, но говорить я не могу об этом. Это личное дело отношений, да, Всевышнего и Светоносного. А если на этот вопрос по-другому посмотреть, как случилось, что Всевышний создал самого Светоносного там, когда они еще были, значит, вместе, там, рука об руку и так далее. Ну, и здесь, естественно, Всевышний всегда создает свой мир. При рождении любой человек порождает вокруг себя всех своих родственников, знакомых там и так далее. Также точно по подобию получается, как у Бога, да? И Всевышний тоже при рождении, когда его породил Демиург, тоже породил вокруг себя и войско, и Светоносного, и всех остальных. То есть это естественно, нормальный процесс. Поэтому все вот эти божественные сущности, личности, и Светоносный, так называемый дьявол, да, и все остальные ангелы, архангелы, они все порождены уже Всевышним. Это его мир, понимаете? Они как бы по отдельности, если смотреть, то имеют как бы собственный мир, свою душу, свои представления, свой опыт там и так далее, возможности. Но они все порождены именно Всевышним. Ну, сами понимаете, что предмет для того, чтобы он где-то лежал, нужно, чтобы он где-то лежал. Что-то должно быть, да, подставкой. Для того, чтобы он где-то существовал, перемещался и развивался, тоже нужны какие-то разные другие предметы, да? Вот. То есть... Когда сущность рождается, вот опять на примере с человеком любым, то она, вернее, порождает вокруг себя все, вот, что есть его жизнь. На все годы жизни. Да? То есть это и дома, и здания, и города, и политику, и войны, там, или, и родственников, и друзей, и просто людей, и деревья, и леса, и животных. Вот все порождается, то есть это его мир, понимаете, мир создания, сознания, где человек и будет развиваться. И обозначены все его проходы. Где они обозначены, там он и все породил, понимаете? Так же точно и Всевышний Господь, когда он рождался, он тоже все породил. То есть у него ангел, архангел, немножко просто другая структура. Но мы же по подобию его. Что вверху, то и внизу, да, и что внизу, то и вверху. Идентично. Вот закон аналогии. Ну, вот так бы я ответил, да, на этот вопрос.
Спасибо за него, конечно, но напрямую я отказываюсь отвечать на этот вопрос, Расик. Давай следующий вопрос. Мы слушаем тебя. Неужели у Бога есть темная сторона, проекцией которой является дьявол? Опять вопрос такой заковыристый, да, курносый, я бы сказал, Расик. Ну, ты мастак их задавать, я понимаю, но я отвечу все-таки на него достаточно серьезно. Дело в том, что, сами понимаете, что если человек живет, и у него нет опоры, то его и нет. Ну, смотрите, я помню, написал такое четверостище, собственно, с него и начались публикации моих стихов. «Я приемлю суть одну, нету тьмы и света нет, свет высвечивает тьму, тьма вычерчивает свет». Ну, казалось бы, какая банальщина, да? Да не такая уж банальщина. На то время, в советское время, таких стихов не было, да, почти. Но в любом случае это была позиция. Такая позиция, которую приняли, понимаете? То есть получается, смотрите, свет, для того, чтобы оставаться светом, должен обязательно иметь что? Ну, какое-то основание для этого. То есть он должен упираться во тьму. Тогда свет есть и виден, и существует, и он может говорить «я есть». Да? Также и тьма. Если нет света, она на что она будет опираться тогда? Потому что тогда ее не будет. Тогда это полное отсутствие мироздания, понимаете? Это опять мир не проявленный. Следовательно, тьма тоже одна не может. Поэтому обязательно должна быть вычерчена, да, светом. А раз так, получается, Бог, конечно же, имеет и теневую сторону обязательно, как вы хотели. И тень, и свет, то есть и тьма, и свет, это тоже Бог. Это тоже Бог, интеграл, да, он все в своем мире, есть же Всевышний. Это, как это сказать, полуразвитые сущности на земле, которые мнят из себя очень грамотных, развитых и даже великих учителей иногда, которые говорят: вот только думай прекрасно, о прекрасном, только плюсовое мышление, да? А, извините, а на что плюсовое мышление будет опираться? Оно просто провалится, исчезнет, и не будет оснований для его существования. Но я сейчас не хочу развивать эту тему, как-то, может быть, мы отдельную передачу о подобном снимем. Я уже разговаривал на этот счет с Велинием, и он уже готовит порядок вопросов и размышлений на этот счет. Вот. А сейчас я здесь отвечаю очень просто. Конечно же, есть теневая сторона у Бога. А как же? А на что он опираться будет? Ну, братья, подумай сам, да, и вот телезритель, подумайте. Так же точно и тьма. На что она будет опираться? Она не сможет быть как тьма, если нет света. Так же и свет не сможет быть, если нет тьмы. То есть все в этом мире сгармонизировано, уравновешено. Поэтому он и проявлен это. Все в этом мире бинерно, то есть разделено на две такие вот составляющие единое целое части, да, как плюс и минус, плюс и минус, плюс и минус. И их не разорвать. Если их разорвать, то произойдет крушение мироздания, то есть мироздание прекратит существование. Потому что именно на этом все и основано. Ну, вот так бы я ответил на этот вопрос. Спасибо. Ну что ж, уважаемые телезрители, наша передача подошла к концу. Я приглашаю всех вас подписаться на наш телевизионный канал NEFS TV на YouTube. Тогда вы будете узнавать о выходе очередных передач телевизионных самыми первыми. А не искать эти телевизионные передачи и случайно находить в интернете. Мира и добра вам! Счастья, удачи, всех самых лучших благ, а главное – развитие. И не забывайте рассказывать всем о нашем канале, чтобы люди организовывались вокруг нашего канала, чтобы мы встретили Всевышнего, чтобы мы организовали Царствие Небесное на земле, чтобы перестали существовать границы, перестали существовать государства, перестали существовать религии, перестали существовать языки и так далее, и тому подобное, национальности, чтобы земля объединилась, чтобы человек гордо мог говорить «я землянин». Мира и добра вам всем!